В Лондоне прогремел взрыв, есть пострадавший. По предварительным данным, причиной взрыва стали проблемы с электропроводкой. В центре Лондона на Оксфорд-стрит прогремел взрыв, передает ВВС. От взрыва пострадал один человек, у него небольшие повреждения. Полицейский кордон был выставлен сразу после инцидента и заблокировал движение автотранспорта и часть тротуара. После выяснения причины приезда спасателей кордон был снят. Столичная полиция сообщила в Твиттер о взрыве в системе электроснабжения, который произошел в 19:00-21:00 по Киеву. Very dealing with a small power network explosion at 7 p.m. in Oxford St. W1. Very aware of one man with minor injuries. Cordons in place, Metropolitan Police, Metplesuk. 7 сентября 2017 года ранее пользователи соцсетей писали о взрыве и панике на улице. Breaking, UK. Explosion reported in Oxford Street, London. Details to follow. Пик Twitter Камби 9 Квайке, Behind the News, 7 сентября 2017 года Emergency Services at Oxford Circus in Central London with Heavy Police Presence. Reports of an explosion heard, Пик Twitter Камби 4767 ЗСАД, Behind the News, 7 сентября 2017 года возле лондонского аэропорта прогремел взрыв. Напомним, 22 мая на стадионе Манчестер Арена во время концерта Арианы Гранди произошел взрыв, который осуществил смертник Салман Абиди. В результате инцидента погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По материалам сайта news.com.